Это машина, генеральская машина, командира бригады оперативной. Они говорят, что мы не были нигде, где мы находились. И самые новые машины, трофейные, я привез. Так что мы сейчас это уберем. Так что генеральская машина, оперативные бригады оставили все, все свои машины, танки, БТРы. И новая машина, не заведенная еще, который не успел прокатиться. Забрали мы. Так что был я, не был, но машина у меня. Это будет второй вопрос. Вот на этой машине я буду доезжать на Киев. Так, смотрел зарядом. Бисмилляха. Вот так, пацаны, да, гармоная. Все, вот так лучше выглядит. Ахмадсила. Ахмадсила. Видишь, понимаешь? Генеральская, очень хорошая машина. Это производство тоже хочу забрать себе, потому что они очень хорошие машины выпускают. Так что производство тоже заберем. Полностью компьютер, все, что нужно, здесь есть, как будто легковая машина. Значит, просторная внутри тоже. Да, вообще генерал хотел на хорошей машине ездить. Это производство хочу забрать для России. Серийно будем выпускать, да? Да, да. Чаборс и назовем Чаборс 2. Это. Закупаем машины на Украину. За бандеровцами, за шайтанами, нациками, да. Эти тоже поедут в Украину? Сегодня 1500 человек выехало. Вчера тоже, позавчера. Шайтаны собрались, которые делали все для того, чтобы мы их уничтожили. Они писали имена Всевышнего в тех местах, ну да, я говорить не хочу. Они в искаженном виде преподносили нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это непростительно. Поэтому нацики, бандеровцы и шайтаны наши, как называем мы себя мусульманами, это все одно и то же отродье. И они все вместе собрались, мы их всех вместе уничтожим там, иншаллах. Это большой джихад. Огромный, огромный, огромный. Сейчас, когда я, вообще хорошо.